України учасники ладні долати будь-які перешкоди. Пересилювати страх та відчай, репетирувати, не знаючи втоми. Годинами чекати своєї черги. А оцей хлопець, аби зараз опинитися тут, проїхав понад 7 тисяч кілометрів. Я Умурзаков Атай, я з Киргизстана, славного города Каракол. Мені 20 років, займаюся танцем 5 років. Я ніколи нікуди не ходив, все, що я робив, я завжди робив сам. Танцювати Атай почав, аби втекти від гнітючої буденності. Майже усе дитинство сім'я хлопчика провела у страшних злиднях. Ми, можна сказати, жили дуже дуже плохо. Ну, тобто у нас не було нічого, ні жилья, ні вещей своїх. Помню, по квартирам скитались. Все время отменяли жилье. Та найстрашніше для Атая було бачити, як болісно усе це переживає найрідніша людина – мама. Бувало время, когда она плакала из-за того, что ничего не получается, никто не помогал. Тоді Атай зарікся зробити все, аби мама більше не плакала. Атай сподівається, що його сьогоднішній виступ припаде мамі до душі. Все те, що я роблю, все те, що, к чому я стремлюсь, я посвящаю мамі. Здорово. Твоя мама може тобою гордитися. Я надіюсь, я буду за тебе боліти. Спасибо. Удачного виступлення. Браво. Такого ми не бачили в жодному сезоні шоу «Україна має талант». Атай, вам часто приходилось видеть стоящую и скандирующую оперу? Я ради этого только и делаю, потому что это мне нравится. Это заслуженно. Поздравляю, хорошее выступление. Спасибо. Игорь,
Атай, ты пару украинских слов выучил уже? Честно, нет еще. Честно? Придется выучить, потому что будем еще видеться, я так думаю. Спасибо. Влад, по-моему, получился волшебный танец. Это то, каким должен быть Electric Boogie. То, когда и мы, и зрители, должны не верить своим глазам, когда с телом что-то происходит. Вот все получилось абсолютно. Было интересно от первой до последней секунды. По-моему, все удалось. Спасибо большое. Один только вопрос. А если выиграешь миллион, что с ним сделаешь? Ну, выигрыш, конечно же, маме. Браво. Осталось нам только проголосовать. Влад. Я скажу... Да. Игорь. Атай. Атай, первое украинское слово. Так. Что означает «да». Спасибо. Буду знать. Я говорю «да». Три «да». Спасибо большое. Я тебе говорила, что мама может тобой гордиться. Ой, наконец-то ты стал хоть улыбаться. Боже мой, как это было красиво, потрясающе, ты знаешь. Спасибо. Невероятно, чудесно. У нас не было ни в одном сезоне такого танцора, такого исполнения. А та й задоволений. Додому мамі він повезе дуже добру звіт.